Всем привет, вы на канале Крисплей, меня зовут Крис, а сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Фрэнбоу. Мы забрали нашего котика из дома близняшек, мы победили близняшек, теперь мы продолжаем наш путь дальше. Идем мы по какому-то пустынному лесу, страшному, злобному. Ого, какой-то этот мост страшный. Ну уже, Фрэн, нам надо домой, нет времени бояться. Да, но я немного боюсь высоты. Я могу пойти первым, хорошо? А ты за мной. Ладно, котик, ты такой милашка, я за тобой. И? Что-то, видимо, должно было произойти, но не происходит. А подожди, у меня все сломалось. Игра сломалась. Так, давай сначала здесь пройдем. Сэр, вы есть ли самые любопытные насекомые, которые застряли? Спят, может, они и не застряли? Что ж, надеюсь, у них все еще есть расческа. Но тут мимо. Определенно. Опа. О божечки, скелет младенца. Похоже, они опоздали. Спокойной ночи и сладких снов. Ну, тут как бы нам ничего не поможет. А, подожди, мы можем к ним изучить. Я охотился за правдой, но открыл нечто другое. Я обнаружил то, что мои чувства не в силах показать. Я нашел истину, которая молча таилась в неизвестности. Леон, Кастильо, один из тысячи. Меня зовут Леон, сейчас мне 92 года, и я живу один в маленьком доме, вдали от города. Стоит признаться, я никогда не любил драгоценности, дома или одежду. С самого детства я разговаривал с животными, растениями и насекомыми. И хотя я не получал ответа, я никуда не отступал. Если вы это читаете, возможно, вы ищете ответ и видите то, что не видят другие. Или можете почувствовать то, что другие избегают, вы можете прислушаться к тишине. Я не могу остановить это, не могу контролировать. Я повсюду вижу черные тени, кровь, послания, крики, боль. Я не могу понять, почему это происходит со мной. Плачь от того, что больно. В моей голове камень мудрости в моей голове. У меня было видение. Я все еще вдыхаю страх и веду борьбу со своим собственным разумом. Одна из теней спустилась с небес. Я подумала, что это ангел. Его звали Ремор. Принц тьмы из пятой реальности. Он говорил со мной, игрался и показывал мне всякие ужасы. Он сказал мне, что я ключ к его существованию. Я вижу себя повсюду, другого себя, говорящего ложь, сказывающего о своей боли и страданиях в своей жизни. Другой я хочет, чтобы я совершил самоубийство. Он улыбался, когда я произносил эти слова. «Убей себя». Я пытался загипнотизированный его словами. Но всегда было что-то, что спасало меня. Должно быть, это любовь к жизни. Я повстречался с тенью, впервые она заговорила со мной. Их раса называется камалы, они выискивают слабости, боль. Я спросил тень об одержимости человеческими телами, и она ответила. Мы рождаемся и кормимся от страха и неконтролируемой болезни человеческого разума. Для них мы невидимы, но наше существование охватывает каждую живую клетку тела до самого конца. После этого начался дождь, и тень покинула меня, оставив за собой масляной след. Полагаю, вода их может очистить. Увидев, как камалы реагируют на воду, я решил провести небольшой эксперимент. Прошлой ночью я обнаружил нечто удивительное. Получается, что камалы превращаются в новый вид существ, когда подвергаются воздействию воды. На метаморфозы было больно смотреть. После ужасных криков камалы успокаивался и начал плакать на земле. Казалось, будто боль исчезла. Спустя несколько минут передо мной возникло яркое и мирное существование. Казалось, будто яркое существо могло читать мои мысли. Я благодарю вас за то, что вы разбудили меня. Я страдал, я должен отправиться туда, где мне есть место. И Верста ждет. Всем валакам следует отправляться туда после пробуждения. Пойдемте со мной, если хотите увидеть свет. И у вас есть ключ, он сказал. Я не ответил, спустя некоторое время он исчез. Я предпочитаю записывать свои... я прочитал свои записи, чтобы убедиться, что ничего не упустил. Я вспомнил Ремора из пятой реальности. Если существует пятая реальность, должно быть, по крайней мере, еще четыре. Я подумал, что Иверста может быть не городом в этом мире, а самой реальностью. Хотел бы я, чтобы все ответы пришли ко мне. Я глубоко сожалею, что не принял приглашение Валака. С тех пор, как я увидел Валак, эта схема постоянно вертится в моей голове.
как будто в голове, как и одно предложение. Время – это ритм нашего восприятия. Меня навестил мой сын Брайан. Я рассказала ему про то, что я видел, но он не захотел слушать и ушел. Я его не виню. Я понимаю, что моя реальность невидима для большинства людей. Хотел бы я найти друга, похожего на меня, потому что мой сын, он думает, что я безумен. Мое тело разом начинает понимать закономерность. Жизнь становится довольно легко контролировать, когда вы исключаете все социальные законы и будете применять лишь законы нашей реальности, ведь они являются не только законами, но и манерами поведения, химическими манерами поведения, законами природы. Без этих манер поведения, без этих законов мы бы не существовали. Порой мне хочется быть листочком на земле, спокойным, покуда приближается смерть. Прошлой ночью после урагана огромный зверь посетил мой сад на несколько секунд, а потом исчез. Я нашел странную бутылку с розовой жидкостью на том самом месте, где приземлился зверь. Я не могу в полной мере понять содержимое бутылки. Я обнаружил кровяные тельца, красные и нераспознанные бактерии. Кажется, бактерии избавляют любое живое существо от негативного воздействия. Я понял небольшое количество розовой жидкости, но умирающее растение нарастило через несколько минут. Я порезал палец, чтобы проверить жидкость на человеческих тканях, и порез затянулся через пару секунд. Эти бактерии могут действовать в качестве тромбоцитов и лейкоцитов с но очень высокой скоростью. Мне ставились тысячи черных котов, окружающих мой дом. Большие желтые глаза, смотрящие в мой сон. Куча оторванных страниц. Существа, населяющие версту, разнообразны, от корней до гигантских насекомых. Корни были первыми в этой реальности, насекомые прибыли позже. Я выучил их язык, числительные. Какой-то алфавит. Великие валаки являются началом первой реальности. Прай-миф. Свет. Щит валака. Строение тела валака довольно разнится с нашим. Они состоят из фотонов и звуковых волн. Также они одновременно мужского и женского пола. Когда детеныши достигают 299-792-495 лет, их коронуют щитом. Жьяр. Создание Великий Валак. Король и версты второй реальности жизни. Во время пребывания в версте ты становишься тем, кем ты не мог стать на земле. Здесь листья поют, падают с дерева, вода шепчет свою мудрость, когда ты ее пьешь. Пандора. Создание пяти реальностей неотъемлемого существования. Находится в человеческом мире. В третьей реальности. Земля, Марс и Юпитер. Сознание. Практика воли. Конец колебаний. Когда оба конца противоположности одинаковы. Находится в третьей и четвертой реальностях. Смерть. Мабука. Конец света. Мать Мабука отпускает меня. Я провел 15 здесь, в логове Мабуки, и я устал. Мне больше не нужно прятаться от боли, ведь она является частью меня, как будто любовь везде и во всем. Мне нравится плакать, мне нравится смеяться, мне нравится быть живым. Я готовлюсь вернуться домой. Мабука отправила меня в бесконечный предел логова Мабуки, и я жду люцифернов. Я должен подружиться с ними, точнее стать одним из них. Люциферны собираются в нити, вот почему они выглядят так, будто отращивают волосы, а большое лицо служит средством общения и отпугивает хищников. Надеюсь, мое тело выдержит путешествие. Гравитация собирает частицы, чтобы создать новые. Это сила созидания, а созиданием эволюция неизбежная. Куча оторванных листиков. 2 октября. Класс, ну мы прочитали, допустим. Так, это мы тоже читали. Ого, какой это страшный мост. Ну же, Френ, нам некогда бояться. Немного боюсь. Я могу пойти первым. Котик какой-то милашка. Иди первым, а я догоню. И игра снова. Нет. Наконец-то. Она не ломается. Надо было, что ли, книгу прочитать? Решение всей проблемы. Чтение книги. Рен, погоди. Хоть бы корни не отвязались. А это и есть Мабука, да? Ну, короче, они в воду упали. Они не дошли. Опа, плачет. Ох, милый, у меня больше нет сил. Я не хочу умирать. Мы не умрем, подруга, но ты же... Ну же, ты же справишься, прыгай. Хорошо, сейчас. Опа. Поймал. Нет, Френ, нет. И кот вместе с ней за ней. Жесть.
Не бойся, Френ. Мы всегда падаем. Но больно ударившись, мы всегда поднимаемся. Тетя Грейс? Милая тетя Грейс, не оставляй меня. Не плачь, моя девочка, у тебя чистое сердце, но твой разум измучен. Вы заметили, она плачет кровью? Ты должна остаться и пройти свой путь. Пожалуйста, тетя Грейс, почему ты не забираешь меня отсюда? Пожалуйста. Ты хочешь меня бросить, как мама и папа? Прости, Френ. Ты скоро все поймешь. Тетя Грейс, нет, не уходи, прошу, пожалуйста. Фига себе, как много она наплакала. Френ, пора принимать новые таблетки. Ой, что случилось? Где? Френ, ты где? Мы теперь за котика играем. Туфля Френ. И одна из туфлей Френ. Платье. Это чулки Френ. А, какое мерзкое дерево. Я тебя поцарапаю, злобная штука. Котик? Котик, хватит, о чем ты? Френ, дорогая, это ты? Не может быть. Конечно, что это? Конечно, это я, а кто же еще? Френ, ты дерево. Не глупи, помоги мне встать. Секунду, где мои руки? Почему я не могу пошевелиться? Говорю тебе, милая, ты превратилась в дерево. Что? Но как? О нет, все, это конец. Это сделал огромный монстр. Я знаю, котик, он не даст мне попасть домой. Надеюсь, он не вернется. Он очень страшный. Он всегда возвращается. Кажется, я помню его с той ночи, когда умерли мама и папа. Котики, не хочу об этом говорить, я просто хочу домой. Но ты теперь дерево, подруга. Дерево. Не могу я же я тебя тащить до самого дома. К тому же я тоже не знаю, где мы. Котик, я умру? Скажи. Пожалуйста, не говори так, Френ. Не оставляй меня. Но я чувствую себя такой слабой. Хомка и гними хаула. Колки-колки и нрум на пазгу хуалами. Игну джолки ванти. Потыкали. А, осторожнее, сэр, почему вы на меня нападаете? Сэр, скажите, пожалуйста, где я? Хаула-колки хаула. Хватит, я поцарапаю. Оларумна игни. Что они говорят, котик? Ох, почему это не происходит с нами? Аула. Хватит нападать мне, пожалуйста. Я не причиню вам зла. Ола игниванти. Котик, помоги, найди, пожалуйста, мою сумочку. Может быть, я что-нибудь придумаю. Я что-нибудь придумаю, Френ. Нам нужно найти сумку. Вот и сумка, кстати. Они вращаются. Бля. Опять загадки, сложные загадки. Ага. Ну ладно, мы забрали. Сумочка у меня, потому что я лучше всех. Изучить. А если... А если фотографию?
Он умнее Хаунака. Умна, паскин Алтау. А что вы мне говорите, мистер Овощ? Они хотят тебе помочь, Фрэм. Я чувствую это. Укеромна Эпо. Не бойся. Котик, останови их, пожалуйста, не бросай меня. Я здесь, с тобой. Галопна, галопна. Вегетативное состояние. Глава третья. Я не смогу это прочесть, это слишком сложно для меня. Они посадили ее в дерево. И теперь у нас новая сцена. Добро пожаловать в создание, меня зовут Джиар. Ты говоришь на человеческом языке? Ура, наконец-то понятные слова. Мой друг Райт сказал, что ты показал ему один рисунок. 4 человека и один кот. Думаю, ты одна из них, маленькая девочка. Прости, если мой друг тебя напугал. Мы раньше никогда не видели человека, который выглядит как дерево. Давайте я вам объясню. О-хо-хо, не нужно слов дитя. Семечка мне все покажет. Посмотрим. Ты хорошая, в этом нет сомнений. Искательница правды. В семейном древе было много таких. Ах, тебя зовут Френ. Ты та самая девочка, что очень стремится жить. Я вижу огромную любовь к этому маленькому существу, что стоит рядом с тобой. Кот, защитник ворот. Интересно. Это все видно. Это все вам показала одна семечка? Тише. Я вижу что-то еще. От семечка ничего не утаить. Я вижу мир, который никто не должен видеть. Никто, кроме одного. Что значит, кроме одного? Вы про монстра? Тебя здесь быть не должно, Френ. Это единственное, что я могу сказать тебе, дитя. Понятно, а вы мне поможете? Мы не можем тебя сейчас отпустить. Для нас это слишком опасно. Ты не должна была узнать о нашем существовании. Должен быть какой-то другой способ. Я умерла или что? Умерла? Что ты имеешь в виду? Ты понимаешь, когда тебя больше не существует, к тому же быть деревом это ненормально, я точно умерла. Смерть это попросту отсутствие любви. Если ты перестаешь любить, ты умираешь, даже если твое тело все еще дышит. Тогда я не умерла, вы должны помочь мне вернуться домой. Кот, подойди ближе, дай мне тебя рассмотреть. Как тебя зовут? Меня зовут мистер Полночь. Какое замечательное имя. Как думаешь, Френ, должна вернуться домой? Да, сэр, умоляю, укажите нам дорогу домой. Да, у меня вопрос, вы король? Ха-ха, да, ты смешной. Да, я король, король Иверсты. О, какая честь, ваше величество. Кстати, мне нравятся ваши листочки. Они милые. Мистер король, прошу, помогите мне. Почему тебе так сильно хочется домой? Семечка поведала мне твою историю. Тебе незачем возвращаться. На это есть много причин, сэр. Но самая главная причина – моя тетя. Она меня защитит. Я хочу быть рядом с тем, кто обо мне позаботится. Я почти все время в замешательстве и хочу быть там, где я чувствую себя как дома, сэр. Ясно, ты очень храбрая. Я просто хочу домой, прошу, помогите мне. Есть вещи, которые мне не подвластны, но я помогу тебе. Я отведу тебя к двери, которая вернет тебя домой, но заходить в нее или нет, решать тебе. Правда? Огромное вам спасибо. А где эта дверь, сэр? Поговорим об этом после. Сначала ты должна научиться говорить, ходить по-нашему. Да, сэр, это было бы замечательно. Боюсь, я не в силах вернуть тебе человеческое тело. Это может сделать только великий волшебник. Но поговорим о нем после ритуала. Для начала ты должна научиться понимать наш язык. Но как я научусь понимать ваш язык? Съешь этот фрукт. Бля. Твои уши могут слышать, а язык говорить, но не твои глаза.
То есть ты не можешь читать по-нашему. Не волнуйтесь, я всегда могу спросить. Прошу прощения, ты понимаешь, что я говорю, человеческая девочка? Да, вы так добры, невероятно. Ты понял, котик? Я не понял, ваше величество. Дайте мне фрукт. Тебе фрукт не нужен, мистер Полович. Наш мир основан на запах и на запахах и звуках. Скоро ты будешь видеть этот мир так же, как свой собственный, не сомневайся. Справишься, котик. Сэр, вы знаете, почему я стала деревом? Да, но не думаю, что я тот, кто должен тебе давать ответы. Тебе пора провести ритуал. Ты боишься высоты? Да, немного. У меня немного начинает кружиться голова. А что? Отведите ее наверх, сейчас же. Куда вы меня тащите? Что вы собираетесь со мной делать? Достать тебе руки и ноги. Все будет хорошо. Я буду ждать тебя, Фрэн. Я тебя люблю. Взяли, выдернули просто из куста. Отвратительно. Они ее скинут, да? Добрый день, меня зовут Палантрас. Я сегодня твой доктор. К твоим услугам. Ты есть то самое срочное дело? Ого, здорово. Какой огромный красивый пушистик. Прошу прощения. Ой, извините, просто я никогда не видела таких, как вы. Я до сих пор не привыкла, что это все по-настоящему. Меня зовут Фрэн, я человеческая девочка. Король послал меня сюда достать руки и ноги, чтобы я могла вернуться домой. О, человек, думаю, мы сможем достать тебе парочку рук и ног. Но нам нужно пройти чуть дальше, чтобы это исправить. Ты готова довериться лапам зверя? Какой зверь? Меня, я зверь. Пошли. Накрыло. Опа, фонтан. Мы на месте. Ого, так тихо и красиво. Вот буду тут навсегда остаться. Спасибо, это мой дом. Я здесь родился. Его создал дух великого Валаки. Здесь самая чистая вода во всей вселенной. Ух ты, звучит здорово. Так, когда мне вернут ноги и ноги, руки-ноги? Ах, точно, мы ждем, пока вода не смоет проклятие. А пока мы можем поговорить. Хорошо. Так кто этот Валака? Ты слышала про 5 реальностей? Он король первой реальности. Давным-давно он воевал с тьмой и однажды проиграл. Ему было так плохо, его сердце было разбито, он был совсем один. Но он пришел в Иверсту, и его кровь окрасила эту воду в розовый цвет. Вот почему она такая чистая. Это очень долгая история. Ничего себе, здорово звучит. То есть я не знала, что про другие реальности. А, так как ты здесь оказалась? Что привело тебя в Иверсту? Мы с котиком возвращались домой. Я была так рада видеть его и снова обнять, а потом мы упали. Это был сделал большой монстр, который ходит за мной по пятам. Он сломал мост, он хочет меня убить. Кто хочет тебя убить? Какой ужас! Я не хочу об этом говорить. Но, мистер доктор, вы знаете, почему я стала деревом? Да, иногда так, мы так сильно чего-то хотим, что на самом деле это случается. Ты это сделала, чтобы спастись. Думай об этом так. Твое человеческое тело было уничтожено, но ты захотела остаться, Фрэн. Ты хотела быть живой, поэтому ты взяла пустую оболочку, чтобы сохранить свои ценные воспоминания. На самом деле, я первый раз вижу, чтобы человек использовал дерево как кокон. Но тебе здесь оставаться опасно, этот мир делает тебя уязвимым. Я сама это сделала. Ого, но мистер Палантрас. Как? Я не знала, что я тут делаю. Ты правда не знала, что делаешь? Ясно. Что ж, когда ты отправилась в Иверсту, то открыла дверь между реальностью, своей реальностью и нашей. И пока эта дверь открыта в нашу реальность, могут попасть всякие незваные гости. А если это произойдет, баланс будет нарушен. Есть только одно существо, желающее вернуть вторую, желает отравить вторую реальность. Чудовище, ужасающий мрак. Я не могу этого допустить. Просто не могу. Не грустите, доктор. Мне очень жаль, я не хотела. Ох, малышка, ты такая милая. Тебе не за что извиняться. Думаю, ты очень особенная. Но давай сосредоточимся на твоих руках и ногах, хорошо? Да, доктор. В
Воин солнца, дух воды, верните Френ руки и ноги. Как ты себя чувствуешь, Френ, из-за зверсты? Ух ты, чувствую себя прекрасным деревом, у меня есть листья. Я рад, что тебе нравится, я же говорила, мы все исправим. Эта вода волшебная, она что угодно может починить. Что угодно? Как думаете, она может починить моих маму и папу? В каком смысле починить? Что с ними не так? Ничего, доктор, спасибо большое вам за помощь. Вы самый лучший доктор на свете, а еще вы пушистый и красивый. У меня до этого был другой доктор, доктор Дирн, но он был злобной страшилкой. Страшилка? Спорим, он не такой уж плох. Может, он просто соблюдал правила? Теперь пойдем, я оставлю тебя на станции. Ну вот, покажи королю Жьяру, какой красивой иверистарианкой ты стала. Спасибо вам еще раз, доктор. Я как-нибудь познакомлю вас со своим котиком. Это было бы чудесно. До скорой встречи. До свидания. Ужас. Ах ты пушистик. Что, нравится? Хо-хо. Вот и я. Варена, у тебя на голове листья? Как мило. Дай-ка взглянуть. Из тебя вышла отличная жительница Иверсты. Спасибо, мистер король. Доктор просто волшебник. Он сотворил чудо с водой. Но он был грустный. Он мне много всего рассказал, но я не очень поняла. Не волнуйся, с Паландросом все будет хорошо. Я знаю почему. У него есть кое-какие проблемы, но тебе не о чем беспокоиться. Давай лучше мы обсудим, как тебе попасть домой, хорошо? Да, пожалуйста. Вы что-то говорили про великого волшебника. Да, великий волшебник единственный, кто может вернуть тебе тело. И у него есть камни, чтобы открыть дверь, которая приведет тебя домой. Где этот волшебный? Какие камни в этом мире? Столько всего непонятного. Ха-ха, ты еще даже не вышла из этого замка, а уже хочешь знать все. Вот тебе стремление, вот то стремление, о котором я говорил. Потерпи, Френ. Великий волшебник живет на великой горе Котрэм. Но мы его давно не видели. Найди его, и все будет в порядке. Почему вы сами не можете найти великого волшебника? Ну, потому что это не нужно. Все логично. Понимаешь, нам не нужен волшебник, чтобы творить магию или готовить зелья. Мы это и сами можем. Важнейшая задача волшебника – сторожить камни, которые открывают дверь. Ясно. Получается, камни – это ключи. А где эта гора, о которой вы говорили? Походи, поспрашивай, следуй за знаками. Мне надо идти. Но я вернусь, чтобы помочь тебе с дверью. Хорошо тебе провести день в Весте и удачи в поисках великого волшебника. Ого, ты видел это огромное пушистое существо, котик? Это Паландрас. Он меня починил. Да, и правда очень пушистый. Ой, забыл, вот твоя сумочка. Ой, спасибо, котик. Ты нигде не видел мои таблетки? Не думаю. Может, они на том берегу с твоей одеждой? Ладно, у нас другие дела есть. Нужно найти волшебника. Да, король тоже что-то говорил про гору. Да, гора Катремнак. Там живет великий волшебник. Идем. Теперь нам надо на выход. Нет, входа нет. Закрыто. Ой, закрыто, я не знала, а что в том конце коридора? Ну, библиотека, конечно, только она закрыта. Приходи осенью или весной, тогда откроется. Эй, ты же то самое говорящее дерево, которое отвел к Паландрасу. Да, это я. Паландрас дал мне руки и ноги. Да, и голову, это же отлично. Да, сыр, но почему библиотека закрыта? Ну, это же логично, когда солнце обернется вокруг второй луны и версты, мы откроемся. Только тогда можем получить настоящее знание. И это происходит только осенью или зимой. Ой, значит, летом или весной вы ничего не учите? Конечно, учим. Постоянно изучаем что-то новое. Вот и сейчас я узнаю, что ты любишь задавать много вопросов. Ну, потому что мне любопытно, вот почему в версии все выглядит не так, как я привыкла. И я смотрю, ты не здешняя. Что ж, до скорой встречи. Да, спасибо, сэр, пока.
изучаем новый мир. Так, здесь когда-то можно полететь. А здесь у нас выход. Поговорим еще с этим. Здравствуйте, сэр. Вы стражник? Да. А, ясно. Вы знаете, где гора Готрем? Да. Где это? Не подскажете? Да. Ну, скажите, пожалуйста. Гора Готрем появляется только в зимнее время. В зимнее время? О чем вы? Конечно, в зимнее время. А где ты думала? Но я не могу ждать до зимы. О, тебе не надо ждать, а идти туда? Идти? Как? А, прости, я не слишком хорошо умею объяснить. Иди по лестнице вниз, а потом прямо. Там найдешь часовщика, он умеет объяснять. Наверное. Мне пробовал. Хорошо, спасибо, сэр. Ну, короче, нам вниз по лестнице. Столько новых этих. А это типа карты, да? Это дом Палантраса, это замок. Мы спустились сюда, получается. И вот она, гора Готрем. То есть, получается, нам сюда. Гора, библиотека и еда какая-то. Котик что-то нашел? На горы. Они все куда-то спешат. Ну, а с котиком поболтаем. Ты сказала, нам надо найти гору Готрем и великого волшебника. Ну, котик, видимо, тоже не очень хочет говорить. Давай, пойдем сюда. Смотрим, что тут предлагают на рынке у нас. Добрый день, вас интересуют ткани и нитки. Подходите, выбирайте. Зачем? Мне просто интересно, Миса, зачем вам ткань? Вы же ходите без одежды. Да, да, все что угодно. У нас есть и нитки, и другие, для других нужд. Понимаю. Что ж, мне пора, Мисс, хорошего дня. Какой крохотный магазин, пахнет тут интересно. Ого, просто невероятный кусок металла. Запоминаем, здесь есть ткани и нитки, здесь ковщик. Кузнец он же. Сказала я, как ага, ковщик. Здесь овощи, фрукты. Здравствуйте, мисс, какие у вас красивые фрукты. Благодарю, дорогая. Хочешь что-нибудь приобрести? О, нет, я собираюсь домой, хочу попасть туда абсолютно голодный. Из какой части веста ты родом? С другого острова? Я не зверство, я человек. Ого, человек, что-то новенькое. Надеюсь, ты попадешь домой как можно скорее, милочка. Спасибо, мисс, буду стараться, всего доброго. Так, часовщик, кстати. Здравствуйте, что вы делаете? Я работаю над своими челками. О, понимаю, сэр, вы знаете, где найти великого волшебника? Нет, мисс, я делаю часы, я ремонтирую часы, я слушаю часы, тик-так. А вы знаете, где гора Готрем? Гора Готрем существует только зимой, в другое время это просто гора. Я не могу ждать до зимы. Город сказал, что я могу найти волшебника на горе Готрем. Что за глупости? Не надо ждать зимы. Время — это бесконечное наслоение реальностей. Другой слой реальности? Как интересно, и что же мне тогда делать? Отправляйся к большим часам и поменяй время года. Просто поменяй. Где мне найти часы? Иди в сторону замка, сверни налево, как только увидишь ступеньки. Часы ты найдешь на большом дереве. Удачи! Спасибо, сэр, вы очень милы, до свидания. Тут у нас газета. Добрый день, мадам, какие новости? Добрый день, хотите почитать газету? Я не умею читать по иверски. На каком языке говорят в иверсте? Разве вы не знаете? Она называется ивернийский. Вы у нас путешествуете? Да, я путешествую, меня зовут Френ. Я раньше никогда не видела туристов у нас, тем более по имени Френ. Добро пожаловать в Иверсту, надеюсь, тебе здесь понравится. Огромное спасибо. Что ж, мне пора, до свидания. Так, тут что-то тоже есть. Сколько золота, как оно блестит. Какие две фигурки черно-белые. Привет. Добрый день, юное создание. Что вы делаете? Война вот-вот начнется, и я не вижу смысла в бессмысленном. А? О чем вы? Присоединяйся ко мне, юное создание. Да получишь в награду золотую монету, если останешься в живых. Присоединиться к чему? Игра скоро начнется. Ты играешь за Камал, я за Валук. Черный и белый, как свет и тьма.
Это настольная игра? Да, настольная игра. Начнем приключения, сразимся сразу против друг друга. И если победишь, я дам тебе монету. Как тебе такое? Да, конечно, расскажите мне правила игры. Выигрывает тот, кто расположит три фигуры одного цвета в одну линию по горизонтали, вертикали или диагонали. Механизм определяет, кто начнет первым. Конечно, похоже на игру, в которую мы играем в школе. Называется «Крестики-нолики». Но почему вы хотите отдать мне золото? Время, деньги, я очень стар, прожил долгую жизнь. Я просто хочу провести время весело. Что ж, тогда сыграем. Ля. Давай сюда. Ну ладно, выиграли. Еще играем? Давай сюда. Ну, опять сюда, еще одна монета. А сколько нужно побед? Белые первые ходят. Давай сюда. 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 Ну и сюда. Ничья. Ну, пойдем по той же тактике. Мы выиграли уже 3 монеты. Какие-нибудь останавливается или это бесконечная игра? Так, о, он сменил тактику. Отлично. Но мы опять выиграем. Опять черные. Ну, давай сюда. Опять сюда. Ну и давай сюда. Опять мы выиграли. Получить достижение, выиграть у 5 раз. А, белые ходят. Давай сюда. Теперь сюда. Теперь сюда. И опять мы выиграли. А сколько раз-то надо выиграть? Интересно, я не знала, что я в крестики-нолики так хорошо умею играть. Особенно против бота. Но опять мы первые. Изичная тактика победы. Белые ходят первые. Давай. Угу. Давай здесь закроем. Вот тут. Ну и все. Как бы опять ничья. Но он повторяет свои ошибки. Я не проиграла, получается, ни разу. Сглазила. Ладно. Очень умно. Ты молодец. Да, у меня хорошо получается. Спасибо за монеты, сэр. Они такие блестящие. До скорого. И сколько мы заработали? Одну. Ну, так нечестно. Добрый день, сэр. И добрый день, малютка. Я тут увидела летающие лодки, сэр. Как они работают? Представь, что они плывут по воде, только вместо воды воздух. Все просто. Могу ли я взять одну из ваших лодок и улететь домой? Я хочу домой. О, домой? К сожалению, лодки могут перевозить только жителей и версты. А, понимаю. Что ж, сэр, спасибо. Удачи с лодками. Привет, корешок, ты такой милашка. Спасибо, ты тоже милая. Хе-хе, я Френ, а кто ты? Я не Френ, я Зельма, и я хочу петь песни целый день. А какая у тебя любимая песня? Моя любимая песня поется просто... 1 и 1 равно 2, 1 и 2 равно 3, 2 и 3 равно 5, и 3 и 5 равно 8, а дальше я не помню. Я выучила ее в школе, мне так понравилось. Ее очень математично. Потом пора, кстати, у тебя красивые фрукты. До скорого. Так, ну мы тут вроде все обшарили, даже заработали монету, которая нам пока неизвестно для чего пригодится. А вот теперь нам туда, в сторону горы. А точнее, в сторону часов. Вот они. А очень странные часы. Где вообще цифры? И
И как нам перевернуть? А, ну использовать это читать книгу. А чем и переворачивать часы? Короче, надо найти, чем переворачивать часы. Или нет? Вот оно что. Что-то сломалось. Короче, надо починить часы. И это все не так легко, как кажется. Здесь мост, рыбалка. Хотелось бы мне взять лодку. Порыбачить. Уехать в Лондон, например. Опа. Мне надо... Мне не надо сюда забираться. Мне надо сюда забираться, поговорить с ним. Привет. Добрый день, прекрасное создание. Все хорошо? Что? Да, все хорошо, сэр. Что вы делаете? Я нюхаю цветок. Что за удивительное творение? Вы кого-то ждете? Я жду, когда вырастут лимоны. Ты любишь лимоны? Для меня они кислые немного. Но зато лимонад я обожаю. Как раз его я и делаю для бара. И мы добавляем кое-что еще, чтобы наши клиенты могли летать. Летать? Как здорово. Я тоже хочу. Да, поэтому я жду. Тут нельзя торопиться. Кстати, осенью открывается бар, и там будет выступать потрясающий трансформ. Ты просто должна туда пойти. Может, я зайду? Кажется, там весело. Всего доброго. Так, ну, а вот и бар, кстати. Я так подозреваю, да? Тут гора. Так, ну я так понимаю, продолжение... Да, гора. Вершина горы очень высоко, потому что она наверху. Так, да, мы на горе, мы нашли, в принципе, все, что нам надо. Подожди, с этой стороны еще можно зайти. Опа, духи. Ого, кто такие? Вы очень похожи на фей сказок. Чистейшие существ, свет всех материй, мы валаки. Вы так красиво блестите, и мне так хорошо сейчас, так хорошо. Узри создание валок юных лет, сейчас получит свой щит. Так, они говорят на своем языке, отлично. Воин солнца, творение земли, плод из семени, путь вселенной озарит тебя истины и дарует свободу. Ха, куда же вы? Мы продолжим свой жизненный путь, да прибудет с тобой свобода, мой друг. Сыр или мадам? Вы можете что-нибудь делать волшебное? Вселенная уже творит волшебство все время. Ты сама волшебство. Но я хочу кое-что узнать. И как ни странно, мне кажется, вы знаете все. Мы свет, мы повсюду. Какие ответы ты ищешь? Я хочу узнать, кто убил моих родителей. Почему это жуткое чудовище меня преследует? Правду находит тот, кто ищет. Твой путь к истине долог. Ты видишь другую сторону мира. Ты пока недостаточно окрепла, чтобы узнать правду, но достаточно сильна, чтобы не сдаваться. Но не грусти, милая Френ, мы дойдем до конца. Да, котик, ты прав. Так, какой-то робот. Вот это волока, правда, не настоящий. Интересно, для чего он тут? Надо руки как-то поставить, да? Подожди, а если их собрать все вместе? Да, но они вместе не собираются. Тогда разобрать. Так, ну получается, нам надо будет выставить как-то руки в валоку. На этом моменте мы закончим. Мы продолжим с вами в следующей серии. Откроем гору, выберемся из этого интересного, красочного мира. Уже без таблеток этих жутких, без этого жуткого монстра. Надеюсь, у нас все получится. И увидимся с вами в следующей серии. А пока не забывайте подписаться на канал, поставить лайки и подписаться, если вы этого еще не сделали. И присоединяйтесь во все социальные сети. Ссылочки есть в описании и в шапке профиля. Я жду вас именно там. Пока-пока.